Крупным бриллиантом. Всем, как меня слышно, видно, дайте, пожалуйста, обратную связь. Хорошо. Давайте познакомимся. Меня зовут Заира. Я мамочка в декрете. По специальности я инженер с высшим образованием. Работала в таких компаниях, как Ростелеком, компания Мегафон. Пришла в Орифлейм уже давно и по достоинству оценила качество продукции. Я была раньше потребителем. Далее решила перейти от потребителя к бизнес-сотрудничеству в компании Орифлейм. Изучила маркетинг-план. Меня не слышно, да, девочки? Изучила маркетинг-план, прочитала много книг и решила остаться в этой компании навсегда, так как увидела здесь очень много возможностей и перспектив. Сегодня мы с вами поговорим о продукции Wellness. Wellness. Благодаря компании Oriflame я стала приверженцем здорового образа жизни. Wellness-продукция уже более 6 лет в продаже, и до этого шли исследования и разработки. Но сегодня мы с вами поговорим о всей серии. Тема сегодняшнего урока, вернее, вебинара, что вы сегодня узнаете? Какие результаты может дать каждый из этих продуктов? Какие есть программы по приобретению продуктов? Что вам может дать программа Wellness Life Plus? Что и как нужно делать? Что будет, если этого не делать? И много нужной и полезной информации вы сегодня узнаете. Плохо слышно меня, да? Девочки, плохо слышно? Хорошо, да? Вот смотрите, вот эта коробочка, да, Wellness Life Plus. Я называю ее чемоданчик новой жизни. Wellness Life Plus. Что она может дать нам, эта программа? Это программа по снижению веса. Как за 12 недель можно прийти к результату, к своему идеальному? Для каждого он, конечно же, свой. Об этом мы поговорим с вами позднее. В этой коробочке находится коктейль. Он может быть выбран на любой вкус. Wellness тоже можно выбрать для мужчин и для женщин, смотря для кого вы заказываете. Идет шейкер в подарок и идет дневник питания. То есть дневник, как за 12 недель прийти к новой жизни. В этой программе есть очень много выгод. Одна выгода в том, что вы получаете 100 баллов, когда приобретаете этот wellness, и вы уже ставите себе определенную цель. Цель, что вы намерены изменить себя, изменить свой вес, то есть вы приобретаете его уже с мыслями о том, что вы будете меняться и изменяться в лучшую сторону. Вообще, я сама тоже очень люблю продукцию Wellness, сама активно ее и потребляю. Заметила улучшение ногтей, улучшение состояния волос. У меня креп иммунитет, и вообще всю зиму я не болела. Также у меня детки с удовольствием пьют и витамины, и капсулы рыбьего жира. Вот. Значит, сегодня самое главное правило здорового образа жизни. Как вы думаете, что это за правило? Какое самое главное правило здорового образа жизни? Дайте ответ. Кто знает? Никто не знает?
Меня слышите? Правильное питание, да. Самое главное – это правильное питание. Можно заниматься спортом, ходить в спортзал, но если вы будете питаться неправильно, то результата не будет никогда стопроцентного. Наш результат зависит от правильного питания, это раз. Второе – от физических нагрузок. Достаточное количество жидкости в организме должно быть. Мы достаточно должны пить воды не менее 2 литров в день. А далее это сон. Не менее 8 часов мы должны спать, и желательно в определенное время. Также еще очень немаловажно относиться ко всему с позитивом и легкостью. Так вот, wellness нам в этом очень даже помогает. Посмотрите, пожалуйста, на долгожителей Японии, которые принимают уже много лет биологически активные добавки. В Японии принят закон на законодательный уровень, что все жители Японии должны принимать БАДы. И после того, как приняли этот закон, показатель долгожителей в Японии самый высокий в мире. К сожалению, наша страна таким похвастаться не может. Потому что, наверное, что у нас до сих пор преобладает направление лечения вместо профилактики. Но я думаю, что у многих людей благодаря продукции Wellness поменяется мнение насчет этого. И что лучше вложить в свое здоровье, чем в аптеку? Wellness переводится как здоровое самочувствие, благосостояние. То есть это образ нового, активного образа жизни, с активной позицией, успешного человека. Вообще слово wellness, оно очень популярное, и популярный слоган используется везде и много, и поэтому компания Oriflame решила запатентовать wellness by Oriflame, чтобы никто не мог воспользоваться этим названием, чтобы никто не имел права взять это название себе. Вообще это наш бренд. Да, и мы этим гордимся. Чтобы машина, говорят, поехала, ей нужно заправить. А чтобы наш организм себя хорошо чувствовал, ему нужно в него вкладывать. Вы согласны с этим? Дайте обратную связь. Хорошо. Забываю переключать слайды. Есть такая программа. Система естественного снижения веса. И именно программа Wellness Life Plus позволяет вам снизить вес естественно и непринужденно путем естественным. То есть не резко для организма снизить, а потом набрать, а именно постепенно выйти к результату, который вы себе поставили. Что такое система естественного снижения веса? Это система, которая очень похожа на стиль жизни долгожителей. И это те привычки, которые позволяют нам лучше себя чувствовать, то есть с легкостью, с удовольствием жить. А так вот на этом слайде давайте мы с себя снимем все лишнее, что у нас есть, сделаем перезагрузку и станем такие стройные, тем более скоро сезон летний. Хочу рассказать сначала вообще, где все эти продукты производятся. Что для меня очень важно. Прежде чем их принимать, конечно же, я изучила состав. И я знаю, что состав наших коктейлей проверяли фармацевты. Абсолютно натуральный состав. Для меня также показатель, что за всем этим стоит, за всеми этими разработками, врачи мировых масштабов. То есть это люди, это ученые. Это профессор Стик Стэн, который провел 400 пересадок органов. Изначально этот человек, он вообще не имел никаким образом связан с компанией Oriflame. Это эксперт, кандидат медицинских наук. И у него очень много разных званий. Он разработал раствор, в котором орган может храниться до 24 часов. Такой раствор.
и своих пациентов он поднимал именно на коктейлях Wellness. На коктейлях Wellness он специально их разработал для людей после операционного периода, чтобы люди быстро нормализовались, встали на ноги. Вот. И вообще эта формула запатентованная. Человек очень быстро восстанавливается после операционного периода, именно когда пьет продукцию Wellness. И компания Reflame начала сотрудничество. Видите на картинке Игелёза? Это экологически чистый город в Швеции. Там находится фабрика на разработке этих продуктов. Там прямо находится исследовательский центр научный, где живут люди. Там они проживают определенное количество времени и снижают свой вес, улучшают, поправляют свое здоровье. За ними наблюдают ученые, и все это происходит именно на продуктах Wellness. И как показала практика, за год в среднем снижение веса на этих людях происходит более 10 килограмм. И даже есть очень серьезные результаты. Вот эти люди сбросили кто до 29, до 30, а есть даже люди, которые скидывают больше 50 килограмм. Вот. То есть для меня важно было, что, еще раз подведем итог, что разрабатывают это ученые мировой медицины, то, что разработано это в Швеции, а в Швеции самые строгие стандарты качества. Есть такой стандарт, который называется GMP. Это очень серьезный стандарт фармацевтического производства. Например, у нас в России есть стандарты ГОСТ и ТУ. И отличие в том, что именно GMP стандарт проверяется все, начиная с какого сырья делаются эти продукты, заканчивая условиями хранения. Проверяется каждая партия, берется проба с каждого продукта. Не содержит бычьего и свиного желатина в капсулах, что для нас немаловажно, особенно для мусульман. Не содержится ГМО, это естественно, да? Вот. И что хотела сказать. Швеция вообще с очень высоким уровнем жизни и стандартом продукция идет напрямую от производителя на склад. То есть мы уверены в том, что продукт попадает к нам напрямую, без посредников. Мы получаем отличное качество, это гарантия, да? И Oriflame нет смысла подделывать свой продукт, в отличие от аптечных сетей. К сожалению, сейчас не всегда продают настоящий продукт, но вы сами знаете. Так вот, все начинается со сбалансированного питания. Это самое главное. И идет по кругу. Идет по кругу вот такому, да, три ключа. Здоровому, сбалансированному образу жизни. Это правильное питание. Это, конечно же, спорт. И сообщество Wellness, людей, которые хотят скорректировать свой вес и улучшить качество жизни. Давайте поговорим о том, что вообще делает наш коктейль. Коктейль Natural Balance. Коктейль Natural Balance. Это натуральный продукт, который включает в себя три вида белка. Три вида белка у нас. Это три протеина. Но прежде чем говорить состав, посмотрите на состав, посмотрите и посмотрите еще на табличку. У меня слайды перемешались. Давайте сначала посмотрим на эту табличку. Вот, это табличка. Посмотрите на нее и найдите себя в этой табличке. Какого цвета, к какому цвету вы относитесь, к какому квадратику. Это индекс массы тела. Сбоку вы видите рост, а сверху идет вес. И в зависимости от того,
на какой вы сейчас находитесь стадии, я хочу, чтобы вы нашли себя. И ответьте сейчас мне, кто на каком квадратике находится. Дайте связь. Кто на каком? Розовый. Если ваш вес в норме, вы поддерживаете программу Optimal. Это поддержание веса и баланс. А если розовый, то это программа Intensive. Смотрите, еще внизу можно посчитать индекс массы тела. Делите вес на рост и еще раз на рост. И получается ваш индекс массы тела. Так вот, если ваш индекс массы тела составил больше 30, то вы, конечно же, страдаете лишним избыточным весом. Это уже у нас идет интенсив, да, розовый квадратик. И благодаря программе Wellness вы можете сбросить до 5 килограмм за несколько месяцев. Это уже проверено. Естественным путем, без особых напрягов. Есть таблица питания. Вот таблица питания. Посмотрите внимательно, хорошенько на нее. Эта таблица, это называется пирамида продуктов, которые нужно есть. Советую вам ее сфотографировать или запомните. Оказывается, есть такие продукты, которые можно кушать только раз в неделю. Такие, как, например, красное мясо. А некоторые у нас кушают красное мясо каждый день. И это очень вредно для здоровья и, соответственно, приводит к ожирению. Вы, наверное, подумаете, что можете похудеть и без продукции Wellness. Но я вам хочу сказать, что есть такой эксперт Ольга Григорян. Это профессор, которая работает в НИИ, Институте питания РАМ, и которая занимается такими пациентами с ожирением, с лишним весом. И она проводила исследования. Она набирала две группы. Одна группа сидела на диете с Wellness, а другая сидела на диете без Wellness. Они, конечно же, худели одинаково, но разница в том, что с Wellness'ом люди теряли не только воду, но и жир. Мне не слышно, да? А с помощью правильного белкового питания, с помощью Wellness, теряется и жир, соответственно. А те люди, которые держали диету без Wellness, они тоже сбросили вес, но у них ушла только вода, жир остался в организме. Соответственно, это что значит? Что они также с легкостью могут обратно набрать этот вес. То есть эффекта практически будет никакого. Девочки, плохо слышно, да? Слышно? Так вот, что говорит программа «Баланс»? Принимайте коктейль Natural Balance вместо перекусов, и ты застрахуешь себя от срывов, когда тебе захочется скушать что-нибудь вредное. Это булочки, шоколадки. Лучше выпить коктейль. Ты будешь полон энергии, получишь всего лишь 60 калорий, суточную норму белка в коктейле. В обычной жизни мы, конечно же, не будем с вами считать, сколько мы приготовили белка, жиров, углеводов. Вы согласны со мной? Мы же не считаем, когда мы готовим, сколько белка мы приготовили, жира. Вот. А здесь мы уже точно знаем. Есть три группы продуктов. Три группы продуктов, которые можно есть вне зависимости от того, на каком вы питании находитесь. В какой программе? Снижение веса интенсивное или снижение веса постепенное или поддержание веса? Можно тоже почитать или сфотографировать эту
группу продуктов. Далее, что вообще позволяет нам получить наш коктейль Wellness, да? Он позволяет сократить порцию еды, заменить здоровый перекус. Он не поднимает уровень сахара в крови и долго сохраняет состояние насыщенности. Сейчас открою состав коктейля. То есть, видите, да, три вида белка. Белок молока, белок яиц и зеленого горошка. Также содержится клетчатка, это шиповник, яблоко и свекла. Если вы находитесь в программе интенсив, вы можете заменять, например, ужин коктейлем, развести его либо на кефире 1%, и уже получите 100% насыщение, и можно уже даже не ужинать. Коктейль улучшает пищеварение, улучшает состояние кишечника, то есть у кого есть проблема, он помогает решить эту проблему. У него очень низкий гликемический индекс, очень низкий показатель выброса сахара в крови, это дает поддержание энергии. После любой нездоровой пищи, вы, наверное, замечали, что хочется опять кушать и хочется спать. Так вот, это показатель именно высокого гликемического индекса. Коктейль, например, он содержит показатель 19. А у Сникерса, к примеру, 56 гликемический индекс. Например, в нашем батончике, да, Wellness, калорийность содержится как в одном апельсине, а на вкус он также гораздо приятнее, чем любая шоколадка. А Сникерс, например, в нем калорийность как в 4 апельсинах. В чем вообще фишка белкового коктейля? Вообще все наши клетчатки, да, строятся из белка. В организме у нас каждый день образуется 300 миллиардов новых клеток. И они строятся из того, что мы едим. Давайте сейчас задумаемся, что мы сегодня покушали. Из этого наши клетки и построились. Если мы не доели что-то сегодня, то наши клетки построились неправильно. Если завтра что-то не так, строится снова неправильно. Таким образом, если человек питается неправильно, то это приводит к различным хроническим заболеваниям. А когда мы из еды получаем то, что нам нужно каждый день, мы поддерживаем свой вес в норме, у нас иммунитет в норме, у нас есть энергия и так далее. Любые белки, которые организм у нас не взял, они выводятся. Поэтому белками невозможно перенасытиться. Девочки, давайте вопрос в конце, пожалуйста. Невозможно перенасытиться белком в том количестве, которое дает коктейль. Углеводы, которые вы съедаете лишние, да, они все переходят в жиры. И по индексу массы тела и по показателям есть весы специальные. Они определяют, какую долю жира, какая доля жира у вас, у здорового человека вообще она не больше 22%. То есть жиры – это лишние углеводы, которые вы получаете из пищи, которые не успели переработаться в вашем организме. Все это откладывается в жир. Я надеюсь, я немножко объяснила вам суть белковой еды, в чем ее плюсы. Вот что-то… Сейчас переключу слайды, забываю. Это программа для каждого из групп питания. Ну, в принципе, это все приходит вам с дневником, когда вы заказываете Wellness Life Plus. Сейчас мы найдем коктейли. Вот. У коктейля есть три вкуса. Ароматизаторы у них абсолютно натуральные. Единственное, что у него есть, это заменитель сахара, потому что этот коктейль можно пить людям с сахарным диабетом. Вообще по специальной технологии, да, разрабатываются эти ароматизаторы, то есть специальная сушка
сушка клубники, натуральная ваниль и какао. Свойство, которое дает коктейль, это снижает чувство голода, поддержание веса, энергия и концентрация увеличиваются. Она дает долгосрочный результат, и, конечно же, вы перестраиваете свой организм на продукты более здоровые. Организм ваш перестает требовать вредную пищу, потому что сахар в крови нормализуется и не тянет уже на сладкое, мучное и вредное. А если это делать регулярно, хотя бы раз в день, например, принимать коктейль за полчаса до еды, этим вы сокращаете порцию своего рациона. И, как правило, правильное питание очень влияет на состояние кожи. У женщин больше это целлюлит, целлюлит что такое? Неправильное расположение жировой прослойки. И убрать его можно, только занимаясь спортом, конечно же, правильно питаться и массаж. Давайте подведем итоги. В коктейле у нас 60 калорий. В одной порции это меньше, чем в пачке кефира. Учитывая, что коктейль наш намного полезнее, чем кефир. Неизвестно, какой кефир у нас продают в магазине. 7,5 граммов белка, 1,5 грамма клетчатки, 1,5 грамма полезных жиров. Полиненасыщенные жиры, жирные кислоты, которые полезны для работы мозга, сердца. Омега-3 вообще очень хороший антидепрессант. Кстати, из 6 грамм медленных полезных углеводов тоже содержится в этом коктейле. Что такое медленные углеводы? Углеводы бывают медленные и быстрые. То есть быстрые, которые кушать нельзя. А медленные можно. Медленные это какие? Это каши, это злаки, это клетчатка, это шиповник. Это свекла, это продукты с медленными углеводами. Вот у нас, кстати, есть сравнение, да, с другими компаниями. Наш коктейль сравнивает и выигрывает по всем показателям, но это и сомневаться не стоит. Теперь хотелось бы поговорить еще о супе. Состав супа, в отличие от коктейля, где есть заменитель сахара, здесь вообще никаких заменителей нет. То есть он абсолютно натуральный. Нет никаких заменителей. Идеальный для людей, которые работают в офисе, которые не могут полноценно пообедать. То есть взяли, например, супчик с собой, да, на работу, насыпали в шейкер, который вам приходит в подарок, залили кипяточком, можно добавить туда отруби или сухарики, тоже содержит 3 вида растительного белка, можно выпить потом еще и коктейльчиком запить, и получите насыщение на целый день, то есть полноценный обед у вас будет. Также содержится всего лишь 200 калорий в нем. Суп содержит еще белок сои, белок крахмальный и белок зеленого горошка со вкусом и кусочками спаржи. Кстати, спаржа, которая является вообще деликатесом, порция супа стоит всего лишь 60 рублей. За такой полезный рацион это просто копейки. И пучок спаржи у нас для сравнения стоит очень дорого, рублей 500, наверное. Также томат и базилик есть вкус. Томат и базилик, там немного больше специй, чем в спаржевом супе. Вот. И для любителя, да, кто любит более пресный, можно спаржу принимать. Кто любит поострее, можно томата, можно их смешивать даже между собой. Вот. Еще хотела сказать, что в спарже содержится 40% фолиевой кислоты, которая необходима для женщин. И плюс еще спаржа восстанавливает печень и выводит из нее токсины.
Это тоже я услышала на передаче у Малышевой про спаржу и вспомнила про наш супчик, какой у нас оказывается полезным. Вот. А томат, еще хотела сказать, томат, когда попадает вообще под термическую обработку, вырабатывается ликопин. Ликопин вообще очень полезный для организма. То есть томаты, они сами по себе полезные, да, антиоксиданты, но когда проходит томат термическую обработку, когда мы его заливаем кипятком, то это еще полезнее получается. И такой антиоксидант, который препятствует раковым заболеваниям, это научно доказано. Низкий гликемический индекс, всего лишь 100 калорий содержится в супе, быстро делается, 100% насыщаемость. И если вы хотите добиться результата, да, включите эти продукты в свой рацион. Замените свои перекусы обеденные шоколадками, булочками. Лучше потратить деньги на небольшие, учитывая, что порция 60 рублей стоит. Это будет очень полезно. Вы вкладываете в свое здоровье, да, инвестируете все это. Это потом вам со временем, как бы, организм ваш скажет спасибо. Так, и хотела еще рассказать про батончики. У нас есть очень вкусные батончики. В батончике содержится всего лишь 149 калорий. Со вкусом шоколада и ягод. 80% он содержит, полностью на 80% состоит из протеина, протеиновый. По сравнению с аптечными, которые продаются батончики, да, в аптеках, он практически не содержит углеводов. А тот, который мы покупаем в аптеках, он на углеводах, он очень сладкий. И, естественно, никакой пользы он не приносит. Также хотела вам рассказать про наш wellness. Wellness Pack. Комплексный состав для женщин. Женские витамины упор сделали на железо и фолиевую кислоту, что необходимо женщинам больше всего из остальных витаминов. А мужчинам сделали упор на селен и магний. Именно те компоненты, которые нужны больше остальных. Антиоксидант астаксантин – это водоросль, мощная очень водоросль, и вообще мощнее витамина С в 100 раз, мощнее витамина Е в 10 раз. Водоросль, которая, когда выходит на поверхность, попадает под солнечные лучи, она начинает зарабатывать свои антиоксидантные свойства. Начинает зарабатывать свои антиоксидантные свойства и очищает наш организм, то есть от проникновения свободных радикалов. Что такое свободные радикалы? Это вещества, которые забирают у клетки электрон и не дают ей правильно делиться. И за счет этого происходит серьезное заболевание, то есть иммунитет ухудшается, состояние здоровья ухудшается. А омега-3 – это незаменимые полинасыщенные кислоты, то есть решают очень много проблем в организме. Мы можем получать ее только из двух продуктов, вообще эту омегу. Ее можно получить только из жирной рыбы какой-нибудь океанической, морской, и из яиц. И при том нужно яиц съесть 30 штук в день, не меньше, чтобы получить суточную норму омега-3. А здесь мы можем выпить всего лишь 2 капсулы, и быть спокойным за свое здоровье. Если вы покупаете, например, эту коробочку, да, Wellness, еще какие преимущества есть? Вы получаете, ну, здесь витаминчики все расписаны, которые есть в мультивитаминах. Опять же, забываю переключить слайды. Вот. И что будет, если не сменить привычки питания, да? Какой результат? Да, печально. Также Wellness Pack можно по отдельности тоже приобретать.
астаксантин, его можно приобретать отдельно. Также рыбий жир, если недостаточно того, что находится в wellness пэке, две капсулы маловато, конечно, для взрослого организма, хотя бы 4-5 надо в день выпивать. Вообще дополнительно приобретают и дополнительно пьют еще. И также минеральные вот эти витамины, минералы и мультивитамины можно тоже приобретать отдельно. Так, еще не договорила, я вам вернусь. Вот, и, допустим, смотрите, если вы покупаете, да, вот эту коробочку Wellness Life Plus, вы получаете 100 баллов, то есть очень выгодно. А если вы новичок, то к этому еще получаете шаговые подарки. Стоимость этой коробки составляет 3480 рублей примерно, да, витамины и коктейль. Сейчас я переключу на первый слайд, напомнить вам. Вот. Есть набор «Твоя жизненная энергия», там входит в состав один коктейль. А есть набор «Твой идеальный вес», там идет два коктейля. Ну, в принципе, все одинаково. Так вот, я хотела сказать, что, получая данный набор, вы получаете в подарок также шейкер, я говорила, да, уже дневник питания в подарок входит. И вообще все это, да, выходит, вот если так посчитать, 120 рублей в день, в сутки, на здоровое питание. 60 рублей там супчик выходит в день, да, и 60 рублей выходит порция коктейля в сутки. То есть это очень выгодно, да, 120 рублей в сутки потратить на себя, на здоровую еду. А сколько вы тратите денег, скажите, на неполезную еду в магазинах? Сколько мы покупаем неполезной пищи, шоколадки всякие? Лучше потратить это на продукцию wellness. Вы достойны правильного питания, долголетия. Инвестируйте в себя. Это самая правильная инвестиция. Это никогда не будет лишним, да? И ваш организм поблагодарит вас. Поблагодарит вас за, поблагодарит вас своим хорошим самочувствием и состоянием, и работоспособностью. Аптека перестанет быть для вас другом, и тратиться на аптеку, покупая неизвестно что и какого производства. Вообще у нас, знаете, как хотела сказать, wellness-то линейка профилактики болезней, да. У нас в России все врачи как бы выделили на профилактику очень мало времени. В основном идет у них на лечение, они уже больных людей лечат. И поэтому совет мой вам, перестаньте покупать булочки, тортики, перекусы, блинчики, шоколадки, соусы. Покупайте wellness, инвестируйте в себя. Ваш организм вам потом скажет за это спасибо. Вот, еще хотела сказать, если, например, вы, приобретая данный набор, он выходит вам 100 баллов, и вы еще, если что-нибудь докупите себе на 50 баллов с каталога, да, это я для новичков говорю, если новички здесь есть, то вы получите wellness в следующем каталоге, эту же коробочку, на 1000 рублей дешевле. Вот. И какая еще экономия? Если вы оформляете, например, подписку, то три набора идут вам за свою цену, да? Там с 1000 рублей скидка выходит. И четвертый приходит вообще в подарок. Это очень выгодно. Инвестируйте в себя, заботьтесь о своем здоровье, думайте о своем будущем. И сами потребляйте wellness и предлагайте всем близким и родным. Вот, ну, у меня все. Я вас поздравляю с прохождением сегодняшнего вебинара.
вручаю вам сертификат. Сейчас мы перелистаем. У меня все слайды попутались. Ну ничего, первый раз.